Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. «На войну» – картина Савицкого. Это прекрасная жанровая картина Савицкого, бывшая на выставке передвижников в 1888 году, изображает платформу железнодорожной станции перед отходом поезда, с которым молодые рекруты и солдаты отправляются на войну. Сюжет, конечно, не затейлив, это не более как простая жанровая сцена в больших размерах, но талантливый художник внес в нее очень много содержания и прекрасное изучение. Трудно передать, какое огромное разнообразие верных типов художник сумел изобразить в этой быстрой сцене, сколько в ней видно психологической и национальной правды, сколько разнообразнейших трагических, раздирательных сцен, прощаний, беззаботной удали, солдатского залихватства, женской русской грации и красоты молодой русской крестьянки. Какая наивность и простодушие в стариках и детях, какое повсюду движение, жизнь, какое разнообразие волнования серого люда, какая разнообразность интересов и какая правда выражений. Талантливого художника, может быть, следовало бы упрекнуть в том, что эти многочисленные группы теснятся на слишком малом пространстве, очевидно, недостаточном для такого количества людей. В картине слишком мало обращено внимания на воздушную перспективу. Но помимо этого недостатка, картина представляет живейший интерес и может считаться одной из лучших картин реалистической русской живописи, типичностью и выразительностью лиц. Это своего рода оригинальная живописная психология, в которой народный элемент играет исключительную роль. Кроме трагического элемента, который в картине видимо, преобладает, Савицкий не упустил из виду и элемента юмористического. Смешение этих двух элементов в довольно гармоничном целом придает картине особенный интерес и жизненность. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока!